C'è qualcuno che ha attaccato la radio, bisogna dirgli, ha schiacciato il pulsante. Получилось, что после того, как я сел на последнюю позицию, еще там провел Нибали, он спускался, тоже почти за мной сел, и был сильный боковой ветер, и получилось, что вся команда вильнула, ну и очень сильно, как бы, и каждый человек, чтобы, ну, увернуться от этого, от падения, получается, каждый сильнее, 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 получается, и ко мне волна пришла вообще очень сильно, я, как бы, ехал, даже не успел, ну, не среагировать, ничего там, потому что, как бы, гонщик, который передо мной ехал, он очень сильно вильнул, получилось, что он сразу, как бы, задним колесом своим по моему переднему ударил, я там, ну, без вариантов, как бы, даже не было возможности там увернуться, что-то сделать, как бы, я упал. Allora ragazzi, 150-200 metri cambia, eh? Allè. Allora ragazzi, qua cambia corti di veloce, eh? Qua via, eh? Allè. Bravi. Grusia, Vincenzo, dietro Grusia. Allè. Allè ragazzi, corti, però devi mantenere la velocità, eh? Allè Alessandro, via. Oh, capo! Вай. Димону скажи, пусть догоняет. Скажи. Тоза! Сатасу! Чувствую, да вроде нормально, как бы, пока завтра утром нам будет нехорошо. Ну и сегодня спать надо будет тоже как бы плохо. Ну, такой спорт у нас, как бы, ну, ничего страшного, наверное. Ну, немножко тут бок, как бы, хороший гематом. Это спорт, а лантра! Давай, пока тут. Димон, давай, все. Не знаю, может быть, потом, уже после, когда я встал, когда упал, я такой, как бы, это, вначале упал, потом сгруппировался, думаю, потому что сзади едут гонщики, думаю, возможно, сейчас кто-нибудь меня въедет. И потом, когда все объехали, уже встал. Ну, так, ощущения были не очень хорошие. Ну, как бы, с другой стороны, немножко повезло, что, наверное, дождь, потому что, как, так вот, чуть проскользил по асфальту. Если было бы сухо, я думаю, намного хуже прям было бы падение. Я думаю, как раз последний здесь. Бля, еще хорошо, того Нибали не убрали, блядь. А здесь еще тебя записывали, что ли? А? Тебя записывали здесь? Бля, я... Да это, блядь, нахуй наш...